Всем привет! Вот и первая неделя декабря и прошла. Сейчас я вам покажу, какие задания я сделала за неделю. Первое задание – сделайте снежинки из бумаги. Вот мои снежинки. Вот такие снежиночки я сделала по видео, которое я нашла в интернете. Ссылочка в описании. А во втором задании раскрасьте новогоднюю раскраску. И вот такой это был сюрпризик. Раскраску я долго не искала. И взяла ее с обеденного календаря. Я еще ее раскрасила. Задание еще доделаю. Третьим заданием у меня было «Сделайте горячий шоколад». Мы сделали его с мамой, он был очень вкусный. Посмотрите. А в четвертом задании «Сделайте подарок питомцу». Думала, что же сделать для моего питомца. И решила, что я ему куплю орехи. Он их очень любит. И сейчас я покажу, как он будет есть. И вот мой питомец. И зовут его Милаш. Он очень любит орехи, и поэтому я ему решила купить орешки. Новогодние украшения. Я купила вот такой сапожек. Он с такими золотыми пряжками. И я его повешу на свою елочку. Вот и наконец наступило 6 декабря. Шестое задание надо было сделать новогодние открытки. Еще в конвертике был сюрприз. И как вы думаете, какой там сюрприз? И это... Вот такая резиночка с клубничкой на тортике. Я буду ей пользоваться в школе. Она мне очень понравится. А теперь я покажу открытки, которые я вчера сделала с мамой. Вот такие новогодние открыточки. А какая вам понравилась больше? Напиши в комментарии. Сегодня 7 декабря. Я еще не успела открыть конверт. И сейчас я его и открою. Что же там может быть? Вот задание. Напишите письмо Деду Морозу. Ура! Сегодня я буду писать письмо Деду Морозу. Сейчас я покажу сюрпризик. Нарисованный телевизор с девочкой. Итак, сегодня я буду писать письмо Деду Морозу. А приготовила мне вот такую открыточку. Я думаю, я буду с вами прощаться до следующей недели. Пока-пока, и сейчас я иду писать письмо.